Давайте назначаю пацанов, которые будут подбивать склепы. Все остальные больше ничего не делайте. Это Кощуга, Слипса, Онликс. Ты будешь подбивать склепы на второй фазе. Только, ну, там до 50% и все. Слипса, Онликс, Кощуга, я подобью. И Серсейка тоже, только точечно, без дот. Все, главное, короче, чтобы танки менялись каждый раз. Если вы видите, что на вас 3-4 стака, то уже нужно вам понимать, что нужно заходить за склеп. Смотри, Дима, мне тут позвонили, мне надо это идти на минут так 20. Поставь, пожалуйста, отсылка 25 гер на 19-15, это первая просьба, и вторая, это кажется. То есть давай я шаманом зайду и зером убьем. Да тут у других нету спеков. Зайди лучше. Хуёво, когда и лемов, и энхов нету, да? Зайди на ДД кого-нибудь. Давай, хантом, чтобы не заходить. Ставьте шкаф. Короче, от вас все РДД и мильки требуются первое на второй фазе, чтобы вы стояли все в кружочке, неважно, если на вас магия, вам не нужно выходить в сторону, она не хлопает по рейду. Вам нужно только стоять в кружочке, все. Если на вас метка, подбежали к боссу, вернулись обратно в кружок. Все, что от вас требуется. Тут все, вся надежда на танков и на то, как мы будем медленно сливать глыбы, чтобы скидывать стаки. Ну и на хилов, естественно. Чтобы они танков не роняли. Вроде все, давайте чекнуть. Рыбки нету? Знаете, как мы еще, короче, делали раньше? Оставляли боссу 1% хп, потом все умирали, и на одного чувака вешали СС, и он должен был добить, короче, босса потом. У меня сейчас не получится, они там полностью хп рисуют, когда бой пропадает сразу. Я просто и рассказал. Именно со спуска начинается, по-моему. Да ебать, мы с Канобом 25 гер таинственно делали, вы гоните нахуй. Да я в курсе. Короче, в три хила идем. Вульгримс, Резет и Вериена. Можешь тоже в хила, если честно, спекнуться. Тут так такового ДПСа не надо. Четыре рыбу стоит. Сейчас редфреймы врублю. Сука, тебе руки отрубить, блять. Арчонок ебучий серебряного авангарда, блять. Да ты ебаный параноик, выруби звук, да и все. Давайте чекни какую. Кресты дайте по шаманам. Тихо, не спускайтесь, не запускайтесь игру. Вульгримс, Фаритроль. Кресты обновите, пожалуйста, паладина. Вериена. Все, давайте чек на пул. Спускайтесь все вниз. И звездочка будет на мне. Все, все готовы. Давайте запускаем синдру. Там что-то с баксом не то случилось. Захил рейда. Пипец, да гимн отхил. Что-то я не почувствовал, ты гимн надхил. Я тоже. Ой, прилетись. Ну это в Саул зайди. Сейчас вообще не стакать, да? Вот сейчас можете стакать. После второго раунда не стакать. Главное из рейда, не выбегайте. Тут он не хлопает по рейду. Это точечно, надо дамажить. Да вы, по-моему, вообще-то стаки путаете. На второй фазе будут кидаться стаки, не вот эти вот сейчас. Чего? Которые процентный урон повышают. Которые за рыбой надо прятаться. Не копите милики, алё, 12 стаков, 13 Джон Лерой. Ты сейчас сдохнешь, Вериена, хилься. Милики, на вас на третьей фазе должно быть 0 этих дебафов, стаков, обморожения сейчас, которые вы ловите. Потому что это вообще фиаско будет. На мне метка. Смотрите, как надо выбегать с метки. Приет, приет, приет. Да, сука. Я все вижу теперь. По центру падает. И вы меня еще хилить можете после этого. Скилл. Не бейте слева, пожалуйста. Не бейте, не бейте, не бейте. Слева падает. Около лестницы. Не бейте. Алло. Алло. Центральный склеп. Правые. Справа падает. Лучше вон правые подбейте, там пул хп.
в углубе падает самый левый. Все, разбивайте. Разбивайте быстрее. Не живи, нет. Разъед рецей ханта. Дайте сразу бафы по ханту. Понятно, чего зергануть не можете. Дал инту, кулак по ханту. Каких переходка, скажите? 35. 35, хорошо. У нас будет притяжка. Беги, малышка, отбираем. Беги! Здесь будет фаза, готовьтесь. Все, я поставил на себя кружок. Миники, готовьтесь. Право-влево никто не выбегает. Сова встанет в кружок. Все, все в кружок встали, миники тоже. Миники в кружок, бляха. Смотрим. Пилигримс под босса. Этот склеп начинает важить через 3 секунды. Раз, два, три, и дамажим. Следующий склеп тоже под босса. Графит, выноси под босса. Этот склеп вообще никто не бьет. Только слепон, Ликс, подбивай склеп. До 40% хп. Все, стопни по склепу. Сейчас все, разбиваем склеп, следующий тоже под лапу. Он летает под лапу. Отходим все в кружок, скидываем стаки. Отлично, разбиваем два склепа. Давайте, разбиваем два склепа. Быстрее разбивайте. Боль под босса, ушли все оттуда. Ушли от босса все. В кружок все встаньте. Разбиваем склеп. Разбиваем. Провалено, было больше. Почему провалено? Кощуга. С жёмкой не путай. Разбиваем склеп. Не разбивай. Разбивай, купсой. 6. Ну, 6, да. Так, падаем. Лепец. Морозь, рейд. Морозь нас. Да, давай добьём уже РТ скоро, да. Беги, малышка, беги! Не, падайте, умирайте. Там этот рейд шёл. Умирайте. Да сейчас я думал, там гель быстрее бегает. Можно, знаете, что сделать? Да не выдумываю, все нормально было. Можно в натуре хэпристал спекнуть, типа, чтобы он под щитками быстрее бегал. Это бред. Какой нахуй бред, блядь, это вообще охуенная мысля. Я не знаю, почему до этого в башку это не пришло. Это реально бред, потому что надо заранее бежать, блядь, к склепу. Бред, блядь, твой ХПС. Так, давай тогда. Лесница Тэм, ты был в хиле, либо в чем? В элиме. Отлично, оставайся в элиме. В 4 хила придется идти, ничего страшного. Зачем 4, если склеп не успели просто разбить? Наоборот, разбили склеп, паладин прибежал с 5 стаками. Он должен был... Ну, так склеп разбили. Ну, склеп, да, разбили. Ну, я про то и говорю. А если, да, паладин, если бы паладин бежал под этим... под щиточком, он бы успел добежать до того, как мы его разбили. Буду только смотреть на паладина, короче. А еще знаете, что можно сделать? Первый слеп вынести, наверное, в сторону и под ростом забить немножко процентов боссу. А второй уже будет. А еще как бы он мог бабл прожать, и эта хуйня скинулась бы. Нет, не скидывает бабл. Разве? А, еще есть тактика. Поставь ремонт. Есть тактика еще двух склепов. Да-да-да, спекайся, сиди. Сложная тактика. Да, она легкая, блядь. Давайте сейчас сделаем, я буду смотреть только на протопол, на бафы, на спеки, на дебафы, боже, что я говорю. Поставьте его, пожалуйста. Чуть быстрее забафайтесь.
Листобав дайте. Листобав, кулаки раздайте. Рыба где? Здесь долго просто, танки, блин. Чек над бафа на готовность на пул. Где рыба? Нету рыбы, а вон стоит рыба. Хочешь быстрее рыбу? Варенька, тебе нужна шея синры. Не. Все, все пожрали. Давайте спускаемся все в звездочку. Спускайтесь, Войд, иди сюда. Хлопчик тоже сюда. Идемте, Агрим. Присты, вязайте кольцо. Вы в каждой пати будете себя хилить. Нас хилить. Ну еще поверни. Верни еще немного. Вот нас. На нас, а от. И от нас. Влево. Ладно. На пульте на мутанта. Я его строю. Беги, малыш! Бежали. Беги! Агро. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерть? Трепещите, смертные! Мутант, ты ебан! Ебан! Меня напуливает кто-то или что происходит? Я даю на пул. На меня? Нет. Метки выносите. Джон Лерой, зайдешь? Ну, пристебейтесь через рыв. Слева падает аккуратно. По центру. Не бейте левый склеп, алло. Кто за левым склеп, берегите к нам. Слева падает. Давайте перебегайте, я его разбил, перебегайте. Вот ты говнюк, а. Все, разбиваем склеп. Все взрывом бейте. Скорее всего, будет вторая взлетка. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, ищите смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Готовьтесь, фаза будет. Не, не будет. Уходим из склепа. Как только Синдра приземлится, будет фаза. Поэтому надо будет всем собраться в кружок сразу. Центр падает. Между склепами, аккуратно. Дипэд стоит, блоков спит. Около лестницы. Стоп, не бей, у них всего 4. Я не знаю. Разбивайте быстрее. Быстрее разбили. Ну-ка расскажи, блядь. Все РДТ милики встали в звездочку. Быстрее в звезду встали. Первый склеп под лапку. А Юр, выноси. Где там протопал бугель? Вижу. Давайте, скидываем стаки, разбивайте. Разбивайте склеп. Все, 0 стаков, бугель, беги, меняй.
БДК сейчас к нам. Сарсей выноси. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, скидываем стаки, не бейте склеп. Беги, малышка, беги! Так. Еще мутант, можешь идти мне. Все, разбиваем, разбиваем склеп под лапу. Веригена под лапу. Отошли все. Под лапу, ты слишком близко, левее сместитесь. Все, звезду встаньте все. Протокол 1, скидываем стаки. Все, разбивайте склеп. Разбиваем, бурундучок под лапу, только не так, как он сейчас стоял. Отошли милики. Идем все звездочку, скидываем стаки. БДК, мутант, скинул стаки, разбивайте склеп. Разбиваем склеп. Фаертроль под лапу. Обдотайте синдру хотя бы. Дамага-то нету. Скидываем стаки. Бугели в 4 стака. Все, разбиваем. Он летаем под лапу. Он нормальный, ДПСим по чуть-чуть. Тант 5 стаков. Скидываем стаки. Не бейте, не бейте, не бейте. Беги, малышка, беги. Все, разбивайте лок, портанер, смелики, отойдите от синдры. Все от синдры отойдите. Следующую под лапку, Макгрегор. Под лапу уноси быстрее. Бугель в 5 стаков. Скидываем. Скидываем. Все, разбиваем. Под лапу следующую. Тиндин под лапу. Звезду вставайте. Мутан. 4 стака, все, снял. Разбиваем. Разбиваем склеп. Процентов босса последний. Смарт-килл под лапу. Скидываем стаки. Разбили склеп. Все, добиваем босс. Наконец-то. Отдали